Сидит голубь, одиноко воркует за решеткой в темнице сырой. Ну вот у нас завтрак сегодня. Что у нас на питание? На завтрак, вернее. Что у нас сегодня на завтрак-то? Рассказывайте. Если не ошибаюсь, то сегодня 3 апреля 2023 года, понедельник. Еще 2 недели до Пасхи, пост. Ну, у меня льгота в питании. Разрешается растительное масло болящему. Ну, я никогда не признаю себя больным, но тут такое дело, что... Значит, вот это вот сварено, что тут, капуста, картошка, еще что? Все. Ну, как называется оно? Суп, борщ. Все, больше ничего нету. Капуста, картошка. Вот растительное масло вот отсюда, вот оно. Какое оно как? А, янтарное. Добавляю. Кроме того, на каждое утро у нас морковка. Вот она натертая. Володя делит пополам. Ну, себе меньше. Я не могу отбиться. Дальше, чтобы прочистить вот эту вот терочку, заливаем березовый сок. Пачечка привел. Мне как раз полезно для желудка сейчас. Дальше, это сестры делают. Это жена. Тут какие-то фрукты, я не знаю, мед что ли вместе. Как лекарство. Это Татьяна Кузьминична вам передала. А, Татьяна Кузьминична. Да. Вот еще что сказать. Здесь батюшка привез. А это помидоры очень хорошие. И это дала нам сестра Политыкина Елена. Люди говорят, а на Добровщинку живете. Так мы туда-то даем во много больше. Люди не понимают. А это телесное. А это в духовном. Вот приехала она из Завяловского района. У нее своя кукуруза. Вот они здесь сварили, привезли. А так у нас не бывает ее. А тут вот она, кукуруза. Дальше. Купили мне специально, на мои же деньги это все. Елена Гладыщук. Это капуста. Володя ее вот он как натащил. Это мне нужно для желудка. Я хлеб сейчас стараюсь даже в рот не брать. На мясорубке. А? На мясорубке перекрутил. Мясорубка. Дальше что у нас тут еще есть? Сухари не показали. Варенье? Сухари. Сухари. Ну вот у нас куча сухари. Покажи там, сколько висит сухарей. Вот тут вот. Запас наш. Так что мы тут запаслись, как блокадный город. Кроме того, плитка-то сгорела. Володя купил новую. Что там у тебя запарка чем? Для меня специально запарку делает из укропа. Укропа, да. А тут Иван-чай запарен в термосе. Иван-чай. В термосе. Много заготовили корня солодки, он годен для всего. Кроме того, Дмитрий Смирнов за каждым прислал, обедом брат. У меня банка. И у Володи своя банка. Мед подешевле нам продает. Вот эта 3-литровая банка меда. Чистейший мед. Вот. Сколько она стоит-то? Для нас 700, а для других 1000-1200. Вот так, ну 3-литровая полная, скажешь, так это считай даром. Вот помаленьке, вот постолько вот беру, в несколько раз в рот. Но это мед, мне это помогает. Кроме того, сразу после обеда купили мне на мои же деньги даже желудка яблоки. Я их ем, я раза 3 или 4 в день, по 2 яблока. И что меня проводили тут, как это, диагностика, диагностический центр-то нашли. Там что-то там вроде кто кошки. Там? Помине у нас. Вот она, легкая на помине. Легкая. Диагностика-то, что они определяли, это все влияет на какое питание. И вот мы сейчас показываем, что как есть. Вот, смотрите, сколько разного всего. А тут в пятницу в субботу будет Благовещение. У нас рыба заготовленная. А в субботу разрешается икру, а рыбу нельзя. За время 7 недель только 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы и Верное Воскресенье за неделю воскресенье до Пасхи. А воскресенье опять как-то нынче сошлось, 3 дня рыбное. Такое интересное дело. Я вам показываю, что едим. Это я в рот не беру, на него чтобы не капало. Я вот так вот подставляю. Все у нас есть. Даже трудно сказать, чего нету. Несколько заварок.
Вот, пишет, принесла. Это Ольга Николаевна. Она из Завьяловска приехала. Сегодня. Почему? Нина Александровна Жолнирова. А, нет, Нина Александровна. А та кукурузу дала. Да. Дай Жолнирова. Это клочки Геребришинского района. Я говорю, как вы даете? Вы нам 100 раз больше дали духовную, открыли путь туда. Ну, в самом деле, Господь позволяет. Вот мы проехали только из Барнаула до Владивостока, потом до Португалии, Скандинавии, Прибалтика. У меня вышло из печати 38 томов книг. И мы сделали подарок не морковкой, книгами. Это обошлось нам 35 миллионов рублей. Это понятно, что мы 100 раз больше отдали людям по милости Божией. Это все без зависти, по любви. Вот это, что не возьмешь, все пропитано любовью. Все, садись, Владимир. Слава Христу!